Убийство и самоубийство на улице Любецкой в Череповце, смерть на пожаре и применение оружия сотрудникам полиции. Вот главные темы сводки происшествий сегодня. Здравствуйте, это программа «Позывной 35». Начнем. 7 марта в Череповце на улице Любецкой разыгралась настоящая трагедия. По версии следствия, между семейной парой разгорелся конфликт. В результате мужчина выстрелил в свою супругу. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина практически сразу покончил жизнь самоубийством. В настоящий момент назначены и проводятся экспертные исследования. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, семья производила впечатление благополучной. Ее глава спиртным не злоупотреблял. Ранее не был судим, а супруги имели постоянное место работы. О каких-либо семейных скандалах ранее в правоохранительные органы не сообщалось. Что стало причиной поступка, выясняют следователи. У супругов осталась 15-летняя дочь. 8 марта около половины пятого вечера в сельском поселении Родоматское загорелся дачный дом. Предполагаемой причиной происшествия стала неисправная электропроводка в помещении кухни. В результате пожара погиб хозяин дома, 63-летний мужчина. Как отмечают службы пожаротушения, в этом году в Череповецком районе уже зарегистрировано 14 пожаров, в которых погибло 2 человека и 2 человека пострадали. В МВД России по Вологодской области назначена служебная проверка по факту применения оружия полицейским. По данным областной пресс-службы, в Череповце мужчина попытался напасть на участкового, который находился при исполнении служебных обязанностей. Он был направлен дежурной частью в один из домов по улице Ленина улаживать семейный конфликт. На месте 46-летний мужчина вел себя агрессивно, схватил нож и, высказывая угрозы, пытался напасть на полицейского. Участковый потребовал прекратить противоправные действия и предупредил о возможном применении оружия. Однако мужчина законным требованиям не подчинился. Для пресечения возможного нападения в соответствии с законом о полиции, участковый применил оружие, ранил конфликтующего в ногу. Несмотря на ранение, мужчина продолжал вести себя агрессивно. В медицинское учреждение его доставили в сопровождении ОМОНа. Как сообщают в Следственном комитете по Вологодской области, мужчина был ранее судим за убийство, освобожден условно-досрочно из мест лишения свободы и содеянным нарушил условия досрочного освобождения. Кроме того, склонен к употреблению спиртного, в пьяном виде ведет себя агрессивно. Следствием принято решение задержать дебошира. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти. Десятки вызовов поступают ежедневно сотрудникам ППС. Нередко полицейские становятся свидетелями семейного конфликта. Подробности прямо сейчас. «Заберите бывшего мужа, мешает!» – такое сообщение оставила череповчанка в дежурной части УВД. Полицейские выехали по адресу. Ругань услышали уже на первом этаже. Дверь полицейским открыла дама, в руках нехороший предмет. Здравствуйте, что случилось? А что у вас с ножичком-то? Положите, пожалуйста, его. Ножик-то уберите из рук. Полицейские начинают разбираться в ситуации. Женщина эмоционально объясняет, мол, нечего бывшему мужу делать в ее квартире. Из комнаты не спеша выходит тот самый бывший. Сотрудники ППС интересуются. А что здесь делаешь? Заявление писать не буду, говорит дама, и вообще разбирайтесь теперь сами. Вы сейчас хотите, чтобы мы его просто удалили из квартиры, правильно? Так как он здесь не прописан. А чего вы тогда вызвали наряд? Мама, у вас отмечается. Ну? Приезжала ваша милиция, у вас отмечает, должен отмечать. Вы сейчас от нас что хотите? Ничего не хочу от вас. Здесь оставить его? Мне без разницы, хоть и оставляйте. В итоге женщина заявление написала, полицейские доставили мужчину в отдел. Там он заявил, не хочу здесь сидеть, чулками пахнет. И вообще, чего все привязались? Я никого не обижал, я сплю. Приезжает машина и забирает, какая-то утром там что-то позарит. А, не смог? Да. Дальше мужчины уже занимались в отделе, а у сотрудников ППС новые выезды тоже. Семейный конфликт. Да это полиция! Сотрудников вызвала дама, рассказала, муж сестры некрасиво обошелся с мамой женщин. Ну что кричите, да так? Я кричу. Что случилось-то? Потому что моей маме разбили бровь. Кто? Где он? Он ушел. Мужа сестры в квартире не оказалось, а пострадавшая категорически отказалась писать на него заявление. Бог рассудит, решила пожилая женщина. А у полицейских следующий вызов на улице Комсомольской. Мужчина заявил, его избили. Кто избил-то? Пасынок, который вчера на меня писал. Ну, 16 лет ему, да? Да. И он тебя избил? Друг. Только зубы вылечил, повредили, сетует мужчина. Молодых парней, на которых указал избитый, полицейские быстро нашли. Так, машину проходи, на тебя заявление он написал. Как выяснилось, по этому же адресу полицейские выезжали буквально накануне. Только в прошлый раз пасынок писал заявление на отчима за то, что обижает мать. А в эту ночь женщина отказалась открывать дверь полицейским. В подъезде собрались ее родственники и подруги. Что творя
ребята, уже второй день милиция ездит. Молодого задержанного доставили для дальнейшего разбирательства в отдел, а полицейские поехали патрулировать улицы. Вот, на детской площадке заметили двоих, проверили, вдруг распивают спиртные напитки. Семечки-то ладно, не сорите хоть. Некультурно немножко-то. Добро, ребят. На улице Ленина сотрудники ППС увидели двух мужчин, похоже, в нетрезвом состоянии. А, судья, патрульно-постовая служба, документики есть при себе? Только что, блин, остановил. Кто? Документики есть при себе? Пойдем к машинке. Документы предъявлять отказались, в машину тоже пройти не захотели. Че вам надо-то? А? Перед отделом полиции один из молодых людей решил объяснить полицейским, что и как делается по правилам. В отдел проходим. Старый, я здесь был, как ты в подгузниках ходил. Проходи со мной. В подгузниках я ходил? Да. Вы первый должны проходить. Я за вами. Нет, вы. Я должен за вами. Вы. Уважаемый. Да. Дальше сказки начались, мол, полицейские толкали, а наш оператор камеру в лицо пихал. Впрочем, когда надоело ерунду сочинять, мужчина развеселился и стал всем счастья желать. Как признались нам сотрудники ППС, этот вечер прошел еще спокойно, а вот такие ситуации сплошь и рядом. Садятся пьяными за руль и разводят руками, мол, случайно получилось. 25 нетрезвых водителей задержали в эти выходные инспекторы ГИБДД. Возле торгового центра в Зашексненском районе инспекторы ГИБДД замечают автомобиль. Закрались подозрения. За руль садится нетрезвый водитель. Машину решили остановить. 0,62, право принимаем, останавливаемся. Сотрудники ДПС подошли проверить документы. Водитель сходу заявил. Водительского так нету. Здравствуйте. Как выяснилось, водительское удостоверение автолюбитель в принципе получал, но лишили. Сам молодой человек пояснил, права отобрали якобы за грубое нарушение ПДД. За двойную сплошную? Так это когда было-то? Повторно что ли? Полтора года назад. Нет, первый раз. Первый раз? Да. На мотоцикле уходил, не было. Нет лакоти были. Забрать водительское не смогу, поясняет водитель. Огромный штраф за нарушение не в силах платить 30 тысяч рублей. Уверены, что за двойную сплошную лишили, спрашивают водители инспектора ГИБДД. Такое внушительное наказание назначают за пьяную езду. Кстати, признаки опьянения у водителя имелись. Молодой человек согласился пройти освидетельствование на месте. 0,494 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Установлено состояние алкогольного опьянения. Необходимо, чтобы было не больше 0,16. 0,16? 0,400. То есть это получается у нас в три раза больше, чем это необходимо. А позже выяснилось, что имеется повторный. Значит, действительно, пьяным за руль садится не первый раз. И наказание понесет уже по уголовной статье. Машину забрал эвакуатор. Кстати, собственником автомобиля является друг пьяного водителя. Его самого увезли в отдел. Ну а всего за праздничные выходные инспекторы ГИБДД задержали 25 нетрезвых водителей. Наш корреспондент Ксения Зайцева отправилась в пожарную часть, где пообщалась со специалистами на тему, которая никогда не потеряет актуальность. Здравствуйте. Банальная неосторожность или детская шалость могут привести к серьезным последствиям. Что делать, если в квартире начался пожар? Сегодня поговорим об этом с начальником службы пожаротушения Андреем Горчаковым. Здравствуйте, Андрей Генрихович. Здравствуйте. Итак, в квартире мы заметили возгорание. Какие наши первые действия? Необходимо соблюдать спокойствие и немедленно сообщить о загорании на пульт 01. С мобильного телефона набрать 112, с городского номера набрать 101. Андрей Генрихович, что нам нужно делать, пока пожарные в пути? Как не допустить распространения огня и самим не пострадать? Значит, необходимо немедленно выйти на свежий воздух. Для этого плотно закрыть за собой входную дверь, форточку, для того, чтобы огонь не смог самостоятельно быстро развиваться. Потому что при доступе кислорода огонь непосредственно начинает интенсивно увеличивать площадь его пожара, и вследствие чего происходит и больший ущерб от него. Нужно ли в квартире отключать электричество или наоборот, надо как можно быстрее убежать из дома? Электроэнергию отключать необходимо, потому что если это загорелся телевизор, то в первую очередь вытянуть из розетки, для того, чтобы очаг пожара также либо самовольно погас, либо с вашей помощью он также был ликвидирован. Если, соответственно, очаг пожара непосредственно не связан с электроэнергией, то электричество необходимо все равно выключить, потому что электроэнергия она будет способствовать развитию пожара, так как переход огня может способствовать переходу пламени на электроприборы, которые также могут впоследствии взорваться. Андрей Генрихович, а как правильно встретить службу пожаротушения? У всех таких ситуаций бывает паника, все кричат, бегают и не знают, что сказать.
Если по какой-то причине при сообщении первичном о пожаре вы забыли сказать свой номер телефона, либо трубку, у вас связь разъединилась, либо номер дома как-то нечетко произнесли, то необходимо еще раз набрать номер 112 и сообщить о конкретном адресе, назвать номер дома, улицу, соответственно, номер квартиры, и в дальнейшем уже по, находясь на улице, увидев пожарную машину, соответственно, подбежать к экипажу и сообщить, подсказать, в каком подъезде, на каком этаже, какая квартира происходит горение. Потому что если квартира горит не открытым пламенем, то довольно трудно личным составом, прибывшему первому к месту вызова, это происходит в течение первых 10 минут после сообщения на пульт 01, определить, в каком же все-таки подъезде, на каком этаже, где какая квартира горит. Андрей Генрихович, и самое важное, как не допустить пожара в квартире? Значит, необходимо четко соблюдать правила пожарной безопасности, уходя гасить свет, соответственно, на ночь, когда ложитесь спать, то выключайте все электроприборы, телефоны, ноутбуки, зарядки, потому что они тоже, им тоже свойственно короткое замыкание, и они также могут воспламениться и в дальнейшем привести к летальному исходу. Плюс по профилактике и воспитанию детей необходимо общаться со своими подрастающими поколениями для того, чтобы с детства учить, что спички – это не игрушка. Спасибо, Андрей Генрихович. Ну что ж, запомнить эти простые правила несложно, но в опасной ситуации они могут спасти вам жизнь. На этом у нас все. Увидимся через неделю. До свидания. Рекомендации сотрудники спецслужб дают горожанам не просто так, и стоит следовать их советам, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. На этом все. Увидимся на следующей неделе.